Дорогие солдаты, наши герои. Пишут вам студентки второго курса Ульяновского профессионально-политехнического колледжа. Мы от всего нашего женского коллектива, в котором состоит 22 девушки, хотим пожелать вам большой удачи. Такие письма поддержки пишут ежедневно студенты Ульяновского профессионально-политехнического колледжа. Они вместе с гуманитарной помощью отправятся мобилизованным бойцам. В центре сбора помощи работа кипит уже несколько дней. Сюда приносят учащиеся, сотрудники колледжа, а также неравнодушные ульяновцы все, что может пригодиться солдатам. Есть список, который составлял «Оно счастливый регион». И в этом списке есть вещи, которые ребят спрашивают, а зачем? Например, скотч, да, канцтовары. И когда объясняют, что ребята там тоже будут писать, и не все прихватили с собой ручки, это, ну, как бы понимается. Конечно, необходимы быстро выходящие из строя такие вещи, как мужские носки, такие вещи, как бритвы, мыло. Среди мобилизованных есть выпускники колледжа, которые по старой дружбе звонят и просят помочь. Студенты с энтузиазмом откликнулись на такую волонтерскую деятельность. Свое свободное время они проводят в центре сбора гуманитарной помощи. Сортируют пакеты, коробки, пишут письма, стихи. Все для того, чтобы поддержать современных защитников Отечества и сказать им: «Мы вместе». Да, мы здесь собираем вещи, чтобы, потому что мы понимаем, что солдаты нуждаются во многом. Им что-то необходимо, а у них под рукой нет ничего. И мы решили им так помочь. Какие вещи собираете? Мы собираем вот зубные щетки, там чай, носки, все, что вот нужно им необходимо, там ручки даже, все, что вот необходимо для человека. Сегодня в центре сбора гуманитарной помощи мобилизованным гражданам помогает около 100 студентов. Они сотрудничают с другими волонтерскими организациями. Волонтеры-медики, Российский Красный Крест, Общероссийский Народный Фронт, Большая Перемена. Собранные коробки отправятся далее в специальные организации, которые в свою очередь доставят груз в руки мобилизованным. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.